Разрешите доложить ваше быстродействие? Нет, разрешите мне доложить. Докладываю, что мы всю работу выполнили. Временные файлы удалили, реестр от мусора почистили. И даже мусор из корзины сходили и выбросили. О, да вы просто молодцы! Да они не просто молодцы. Я считаю, что они заслуживают поощрения. Да, я согласен. Это, значит, поощряю вас своей благодарностью. Дорогой, твоя благодарность — это не поощрение. Ее даже потрогать нельзя. И что ж ты от меня все время хочешь-то, а? Память моя ненаглядная. Лучше спроси Бита с Байтом. Может, они от тебя что-то хотят. Ну ладно, значит так, Бит и Байт, просите у меня, что хотите. Мы бы, это... Мы бы хотели создать рок-группу. Чего? Значит, создать рок-группу? Да у нас в компьютере их отродясь не было. Потому и не было, что их никто не создавал. Да вы хоть название для вашей рок-группы придумали? Конечно, придумали. Beatles. Не понял. Когда это мы придумали и почему Beatles? Да потому что Beatles уже были. Логично. И почему этот байт всегда такой убедительный? Что во мне не так? Ну, это, ладно, давайте попробуем. Ну и что вам для создания группочки нужно? Да, всего ничего. Синтезатор и гитару. И барабаны. У контроллера на складе все есть. Да знаю я. Короче, идите, значит, вы к контроллеру. Он вам, значит, все даст. И если что, скажите, я приказал. Спасибо, о самый многозадачный из процессоров. О самый быстродействующий в мире. Ой, ну ладно, идите уже, льстецы. Тьфу, ненавижу, а приятно. Поверить не могу, что наша мечта осуществилась. У нас будет рок-группа. Почему будет? Уже есть. Давай-ка попробуем, как это все играет. Не понял. Нам что, бракованные инструменты подсунули? Да вроде не должны были. Контроллер, он не такой, чтобы брак подсовывать. А в чем же тогда дело? Я не знаю. Дяденьки, а что это вы тут делаете? Не видишь? Рок-группу создаем. Ой, а я тоже хочу. Можно я на барабанах играть буду? Они же у вас не заняты? Да толку-то, что не заняты. Не работает ничего. Точно? Эй, а ну прекрати. Очень странно. А барабаны работают. Так, идем к контроллеру разбираться. Контроллер, но у нас возникли некоторые проблемы. Да, инструменты, мягко говоря, не работают. Как? Все не работают? Ну, не совсем, с барабанами вот все в порядке. Погодите-ка, а кроме инструментов у вас что есть? Ничего, только то, что вы нам дали. Но я вам выдал ровно то, что процессор приказал. А он приказал ровно то, что вы попросили. Действительно, может, мы чего-то недопопросили? А вы вообще разбираетесь в компьютерной акустике? Конечно. А что это? Так, ясно. По-моему, вам не мешает кое-что узнать. Первые персональные компьютеры имели встроенные динамики, которые могли воспроизводить лишь простейшие звуки, а чаще только системные сигналы об ошибках.
Но со временем вычислительная мощность компьютеров росла, да и встроенная звуковая карта стала обязательным устройством. Компьютеры научились воспроизводить музыку и видео, появились компьютерные игры с обилием сложных звуков. И практически обязательным атрибутом компьютера стала акустическая система, или как минимум наушники. А с развитием интернета и программ для голосового общения к ним добавился еще и микрофон. Микрофон и акустическая система предназначены для противоположных задач – преобразования звука в электрический сигнал и наоборот. Как же это происходит? Вспомним, что звук – это упругие колебания молекул воздуха или любой другой среды. Эти колебания, встречая на своем пути препятствия, часть своей энергии передают ему. Если поднести к лицу листок бумаги и издать громкий звук, вы почувствуете пальцами, что бумага колеблется. Ну, пока вроде понятно. Только это еще не все. Внимание! Срочный вызов контроллера. Повторяю, срочный вызов контроллера. Извините, мне надо отлучиться по работе. Дождитесь меня, я скоро. Так а чего ждать-то? Ясно, чего нам не хватает. Чего? Бит. Мы петь будем? Конечно, мы же рок-группа. Ну, а во что рок-группы поют? Точно, в микрофон. Так что берем два и идем. Почему два? Берем три! Так, теперь стоит вопрос, что петь будем? Ну, я тут, кстати, набросал небольшой текстик. Ого, да ты у нас рок-поэт. Ладно, Бит, ты пой, а мы с вирусом подхватим. Начали! Это записк под барабаны. Не знаю, я микрофон пел, а все равно как-то вот тихо. Зато у меня громко. А ты помолчи, Ринго Стар. Похоже, надо снова к контроллеру идти. Уважаемый контроллер, спасибо, конечно, что вы нас про микрофоны надоумили, но все равно ничего не работает. А это потому, что вы не дослушали. Извините, обещаем исправиться. В любом микрофоне есть тонкая мембрана, которая колеблется под воздействием звуковых колебаний. В микрофонах, называемых динамическими, к этой мембране жестко прикреплена легкая катушка с проводом. Она помещена в магнитное поле, создаваемое сильным магнитом. Из физики известно, что если катушка перемещается в магнитном поле, в ней возникает электрический ток. Таким образом, звуковая волна, действуя на мембрану микрофона, заставляет двигаться катушку, и на ее выходе мы получаем электрический сигнал, повторяющий звуковые колебания. Так устроено большинство микрофонов. Главным элементом любой акустической системы или наушников являются громкоговорители. Что интересно, устроены они точно так же. Катушка с проводом расположена в магнитном поле и прикреплена к мембране. Но здесь происходит обратное явление. Электрический сигнал подается на катушку, она начинает двигаться в магнитном поле, передавая свои колебания мембране. А уже та излучает звук в окружающее пространство. У наушников мембрана практически такая же, как и у микрофона. А у громкоговорителей акустических систем гораздо больше и тверже. Ну, теперь-то точно все понятно. Нам не хватало громкоговорителя. Точно. Выдайте нам один. Нет, лучше два. И мы пойдем. Почему два? Берите три. Громкоговорители вам выдать, значит? Конечно. Разве не они звук производят? Воспроизводят. Ну да. Только вот сами по себе громкоговорители никто не использует. А что используют? Акустические системы. У меня ощущение, что мы еще чего-то не знаем. Правильное ощущение. И сейчас мы это исправим. Простейшая акустическая система – это два громкоговорителя, размещенные в двух корпусах. В быту их называют колонками.
В хороших акустических системах устанавливают несколько громкоговорителей, например, 3 для раздельного воспроизведения низких, средних и высоких звуковых частот. А иногда низкочастотный громкоговоритель устанавливают в большой колонке, которую называют сабвуфер. А остальные звуки воспроизводятся несколькими небольшими колонками. Естественно, компьютер преобразовывает электрический сигнал микрофона в цифровой вид и делает обратное преобразование перед тем, как подать сигнал на акустическую систему. Но сигнал этот слабый, поэтому в компьютерных акустических системах имеются встроенные усилители. Обычно его размещают в одной из колонок, если их две, или в сабвуфере. На остальные колонки усиленный сигнал подается по проводам. Ну что, теперь вам все ясно? Ясно. Нам нужна акустическая система. Со встроенным усилителем. Молодцы. Получите и распишитесь. Вау, работает. Ага. У меня тоже. Да знаем мы. Ну что, попробуем сыграть первый куплет? Давай. Угадай, кто мы такие? Мы ребята цифровые. Иди, пойдем на тебя. А еще есть вирус я. По-моему, отлично. Бит-бай! Быстро ко мне! А по-моему, не очень. Ну что, рокеры, все отменяется. Эти ваши репетиции так по мозгам бьют, что совершенно невозможно работать. Как здорово! Я кому-то покажу здорово. Я говорил тебе, потише надо сделать. Сам ты потише. Тут судьба рока решается. К сожалению, я согласна с нашим уважаемым процессором. Ничего с рок-группой у нас не получится. Как? Нас закрывают? Да. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. А как же последнее слово? Ну ладно, говорите. Но не пытайтесь меня перехитрить. Я старый, опытный процессор. Видите ли, мы решили немного изменить нашу рок-группу. Да, мы решили, что нам нужен женский вокал. Женский вокал? О, как это прекрасно! Я согласна. Все ж таки перехитрили.